поставь сюда посылку. Вот, бери стульчик, сідай на стульчик. Так, да? Так. Да. Чуть-чуть відсунь назад стульчик. Прекрасно. Всем привет, мои хорошие, мои любимые. В общем, я показываю посылку, которая пришла из Риги. Это Латвия. От Надежды. Тут что-то такое, я не знаю, что, но что-то такое серьезное. Что-то тяжелое. Это картины. О, старинные картины. Боже мой. О, боже мой. Нет, тут что-то другое. О, боже. Боже мой. Думаю, озвучивать не надо. Ну, это вы думаете, а я подивлюсь сейчас, если не надо, я выдержу. А если все прилично, то я оставлю. В прошлом году ездила в Ригу по семейным делам. Так. Ой, она сейчас живет в другом месте. Это из семейного архива ноты. Наконец-то выбрала 27-го года. Может, будет интересно. Книжки, конфеты. Купила только для интереса. Так как коробки видно виды Дублина. Конфеты не шоколадные. Очень похожи на ириски. По-моему, по моему мнению. Думаю, пока человеку много интересно, то хандра его не одолеет. С уважением, Надежда. Думаю, письмо не озвучивать не стоит. Прекрасное письмо. Все стоит. Я там что надо быстренько выкину. Ну так, я глазами беру. Я читаю так вот, наискос. Это очень есть такая известная техника. Я не владею. Боже, ребята, книга. На каком языке? Рождественская песня в прозе. Подписано О. Адамяном. Нежность. Ой, начнем с того, что Марли умер. В этом нет ни малейшего сомнения. Акт о его погребении был подписан пастором, печетником, гробовщиком и распорядителем похорон. Сам Скрудж подписал этот акт. А имя Скруджа служило ручательством на бирже за все, к чему бы он ни приложил руку. Ой, интересно. Знаете, я читаю, как повествую. Мне очень нравится. Это называется «Рождественская песня в прозе». Ах, что это у Адамса, я не могу, это еще библиотечно, что украл. У Адамса. Я думал, это Адамян. Так, я, кстати, с удовольствием прочту эту книгу. Вот мне началось уже это, что Скрудж, что мне это нравится. Так, дальше идут, ребята, ноты. Боже, какая красота. Так. Это, знаете, всякий из телефильма «Приключения электроника». Если мед несет окошки, на душе скребутся кошки, кто сумеет вам помочь и прогонит. Это, знаете, всякий, это не слова, преданные собаки. Нет тут сосущества, преданные собаки, ласковей. Вот сейчас по нотам. Ми, фа, соль, 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 ля, соль, ля, ля, соль, фа. Так, 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 так. Соля, это знает всякий. Это не слова. Ну, я жили-были. Так, жили-были дед и баба с маленькой внучкой. Мельник, Маша и осел. Далеко-далеко. Это песни «Слониха, Снежинка». Это детские песенки. «Чижик-пижик» и «Зойка». Про сверчка. Жил свечок, про овощи, капельки на трамвайчике. Два цыпленка. У каждого свой музыкальный инструмент. Я с вами согласен. Есть у Тома дружный хор. Есть у Тома дружный хор, создан он недавно. Том отличный дирижер, управляет славно. Это про Томаса. Гусята. Какие песни интересные? Целый пастушок, сумерки, виска. Я, кстати, ни одной песни не знаю. Большой олень, французская народная песня. У оленя дом большой, он глядит в свое окошко. Заяц по лицу бежит, в дверь к нему стучит. Конченый заяц, какой черт по листу до оленя. Зайцу. Стук-стук-стук, дверь открой, там в лесу охотник злой. А, спрятаться. Зайчик, зайчик, забегай, лапку мне давай. Так, кусты зайчиков. Ногу. Летка Енка. Петрушка. Ой, что упало. Так, ладно. Теперь ноты, смотрите, какие. Покажи, Коля, сблизи ноты. Мой любимый старый дед. Как интересно. Песнь соловья и заберетый продавец птиц. Целлер, музыка Целлера. Мой любимый старый дед волочился 20 лет, клятвы верности давал,
свою Рёчер целовал. Рёзер. Это ее имя. Ух ты, нотик еще красивый, еще видно. Ноты старинные, ух ты. Смотри, 936 года подписаны. 7-го, это от руки написаны ноты. 7-го, 2-го, 7-го, январь, февраль. Февраля день рождения Сереги покойного. Этого. 1936 года ноты. Милый старый дед. Спасибо, это очень раритетные ноты. Так. Це що, смотри. Так, оце що. Весна, неаполитанская песня любви, волшебная звезда, горившая в вечерней тишине, освещает путь. Музыка Тальяферри. А какой почерк красивый писал. И ноты очень грамотно написаны, видно, музыкант. Семья музыкантов. Смотри, как ноты изображены. Кто понимал в нотах из вас? А, единицы. Смотрите, какие ноты. Подписаны 30.11.936 годом. Ребята, мене на свете не было. Смотрите. Ух ты, как интересно. Вот это надо, кстати, песенки разучить. Так, это уже печатные ноты далеко-далеко. 1947 года, через год родилась мама. Далеко-далеко для голоса с вертикальным музыкальным фондом СССР, Ленинградское отделение. Далеко-далеко, где ночуют туманы, где утрами роса покрывает траву. В низком домике я у степного кургана одиноко и тихо, как прежде, живу. От далекого друга, день и ночь непрестанно, дорога и желанной, я все весточки жду от дорогого друга. От далекого друга, день и ночь непрестанно, дорогой и желанной, я весточки жду. Небосвод над тобой прокинулся синий, плещут быстрые реки, вздыхают моря, широко протянулась большая Россия, дорогая отчизна твоя и моя. О тебе, моем смелом, моем друге красивом, эту темную полночь снова задумалась я. Как ковер над тобой расстилаются травы, на травы от сосен ложится хвоя. А к тебе, как на крыльях родной кудрявый, сквозь туманы летит эта песня моя. Очень красивая концертная эстрада. Так, дальше ноты тоже какие-то старые. Свадебная песня, вон все рассыпается. Грик. Вот такая песня. Я не знаю, что, но я разберусь. Главное, что старое. Так. Это сюда. Это тоже что-то упало. Это семья музыкантов. Спасибо вам большое. Это, смотрите, музыка, орбита, музыкальная орбита. Даль летят в небе журавли, журавли с чужой родной земли. Ух ты, какие песни украинские. Снег. Хвыля, хвыля. Волна, волна на русском. Харитонова слова. Гляжу, а, знаете, как на русском будет, дивіться, как прикольно. Дивлюсь в озера сині, полях ромашки рву, я зву тебе Росією, єдиною зву. У серце ніжним леготом твої пісні влились, мене російським іменем назвали тут колись. Дивлюсь в озера сині, в полях ромашки рву, я зву тебе Росією, єдиною я зву. Не знаю долі кращої, як в щасті і в журбі, тобою жити і дихати, клонятися тобі. Ну, це переведена українська пісня. Вообще, це русська пісня. Лежу в озера синє. Це Зыкина пела, я учился у Зыкина. Ніколи не знав, що є переводи. Все спочатку. Інтересно, як, смотрите. Кльон ти мой опавший, на українським. О, Боже. Кльон ти мой опавший, кльон заледенілий. А, ні, тут на українським. Ні, не переведений. Так, Арія Містер Ікс. Знову туди, де море вогнів, знову туди, хоч то тоскно мені, тоскно. Що за слово тоскно? Тоскливо. Хоч тоскливо мені. А печатка, це в Росії переводили. Знову туди, де море вогнів, знову туди, хоч тоскливо мені, должно бути. Світить прожектор, фанфари звучать, публіка жде сміливіш акробат,
Зі смертю я граю, отчайдушно мені, мій отчайдушний. Отчайдушний, тривожен мой трюк, отчайдушен. Отчайдушний мій трюк, все замирає, все змовкає навкруг. Підвладні скрипці дами ойхнуть та й жах. Втоплять в усмішки, скажуть, втоплять в усмішки смілий жарт. Так я блазень, циркач і тільки, та пани мене звуть для втіхи, як далекі вони гордовіті, які, що повік не дадуть руки. Смичок спунився, і мелодія скінчилась. Мій кінь, мов птиця, по колу мчиться, дощем духмяним на мене ж летять букети. Пройшов мій номер, і цирк заснув, і знову я одинокий, як і був. Упали з квітів на пісок пелюски, упали з цвітов ліпістки на пісок, упали, отак, видите? Там цветы роняют, а тут художественный, то есть это перевод. Художественный, это недословный. Упали с квітів на пісок пелюстки, на всьому світі я самотній, такий одинокий, такий. Крізь ніч і холод, і ти мені одному ніхто ніколи не освітить. Пітьму, то есть під темряву. Без дому, бездоне серце, сиротливо щемить. Чи хто знайдеться, щоб мене полюбить? Живу в невласті, біль душі та журба. Завжди будь масті, судьба. Ну ничего, красиво на украинском. Кстати, очень необычно. Мне понравилось. Красиво, спасибо большое. Это уже интересно. И тут идут эти еще открытки. Старинные, видовые. Спасибо огромное. Я тоже думал решить, что буду собирать открытки. Так, тут разные, смотрите. Danke schön. А нет, это Даург Ламес. Какой-то Даург Ламес. Пустая открыточка. Женщина на брычке загорюнилась, смотрите. Причаилась. Пустая открытка. Вот это виды какого-то города. Может быть, это Лиссабон. Дрезден. Ну, почти. Это Дрезден. Это Кремлевский дворец, кстати. Это Тауэрский мост, если я не ошибаюсь. Вот. Ой, это немецкие открытки, значит. Ну так, сейчас я посмотрю. Она новогодняя такая. Открытка, смотрите. Рига, Латвия. Новогодняя. Вот я думаю, что Алексею вот эту подарю. Потом и такая. У меня открытка есть. Девочка. Елочку держи, как сумасшедшая. Так. Она без года. Это Леша, мне интересно. Так. Вот какие-то мельницы. Женщина гола. Гола. Русалка, чешу. На конях. Русская святопись какая-то. Вот смотри, как интересно. Кто это? Какой-то мужчина. Канатопик. Что это такое, господи. Так это талончик был или что? Типа посвечнее. Это вот типа удостоверение. Ты видел здесь год 1527? Какой-то прибой. Да не, ну это картина, Коля. Это картина 1527 года. Это... При чем тут это? Вот такие были раньше, представляете, какие-то интересные карточки. Пропала та эпоха чего-то интересного. Подсвечник какой держит мальчики. Или что ты там чухаешь? Смотрите. Лейпциг. Ольга Михайловна, смотрите. 29-го года подписано, ребята. По случаю праздника Рождества Христова. Желаю вам, шлю вам привет и наилучшее пожелание к вашей жизни. Представляете? Это 26-го года. Уже никого нету. Уже все вымерли. А у тебя осталось.
Это капец, просто капец. С Рождеством поздравления, смотрите, 28 года, 24-12, 28 года. 23 года печати стоят вот. Вот это, ребята, да. Это вообще. Это вообще. Это клапанная посылка. Это китай, бомчище. Я вот такое люблю. Я вам честно говорю. Это конфетки с Дублина. Типа ирисок. Коля, попробуй на. Нет, спасибо. Пососы. Мне нельзя, стоматолог запретил. Пососы. Ты меня тогда чуть запретил. Спасибо огромное. Но я сегодня на опорожнении, то есть. И вот такая с видами Ирландии. Смотрите, Дублин, это столица Ирландии, кто не знает. Вот. Очень красивый, я так понял, город, и мосты, и замки, и крепости, и луга. И есть и сельская местность. Это еще одна книга. Отелло, боже, венецианский маф, трагедия Шекспира. Предисловие. Ох так, вообще. Отелло, такая книга, вы что, это... А тут, смотрите, женские типы Шекспира. Смотрите, как в книге интересная вкладка такая, видите, как... Это не вставка, а вот именно вкладка. Женские типы Шекспира и Клеопатра. Это тоже что-то пишется, каких женщин любил Шекспир, наверное. Вот это подарок. Басни. А, басни Крылова, полное собрание сочинений. Мама дорогая. Ой, вообще. Ой, ребята. Ой, вообще. Ой, вообще, вообще. А тут, смотрите, вклеена в книгу, она переплетена. Воронний сыг. Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок. И в сердце льстец всегда отыщет уголок. Вороне где-то бог послал кусочек сыру. На ель ворона взгромоздясь, позавтракать была уж собралась, да призадумалась. А сыр во рту держала. На ту беду лиса близёхенько бежала. Вдруг сырный дух лису остановил. Лисица видит сыр, лисицу сыр пленил. Плутовка к дереву на цыпочках подходит, вертит хвостом, с вороны глаз не сводит и говорит так сладко, чуть дыша, голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки, рассказывает так про вас сказки. Какие перышки, какой носок, и верно ангельский быть должен голосок. Спой, Светик, не стыдись, что ежели сестрица, при красоте такой и петь ты мастерица, ведь ты была б у нас царь-птица. Вещунина с похвал скружилась голова, от радости само дыхание сперла, и на приветливой лисице на слова ворона каркнула во все воронье горло. Сыр выпал, и с ним была плутовка такова. Ой, яка басня. Ой, вообще. И как бы басня еще на старославянском написана. Это шикарно. Дальше. Дальше тут книжечка. Коварство и любовь. Боже, ой, вообще. Сейчас где-то Эфрос. Боже. Эфроса. Ой, это Фридрих Шильпер. Это перевод Эфроса. Эфрос это известный режиссер. Действие первое. Это мы сыграем. Ой, вообще, пьесы обожаю. Пьеса это моя. Это что-то такое тоже старинное. Ой. Спасибо огромное. Очень-очень приятно. О! Песня Гондольера. Смотрите, какая книга. Мама дорогая. Память священного коронования святого государя. Это клавир. Говор цибульки под звуки золотой афры. Ребята, а где слова? Это, наверное, симфония, звезда. Номер 42. Это симфония. Побудь со мной, фантазия на романс. Не уходи, побудь со мною. Ты снова предо мною. Боже, какие романсы старинные, перепечати из 870... Вот старинный, покажи, Коля, иди. Какая это самая? Это звезда опечатала. Победа, мазурка. Смотрите, венгерские танцы. Вальс Шумана. Боже, это клад.
у алтаря, в душе моей скорби и музыки. Домашнего очага. Смотрите, сюда надо. Какие тут романсы есть? Романсы, только музыка. Тут только музыка я вижу. Это для фортепиано приложение. Масные мелодии. Полонез, боже мой. Агинского полонез. Трудам, трудам. Так. Дунаевский лунный вальс, известнейшие ноты. Известнейший лунный вальс Дунаевского. В ритме вальса все плывет, все громко, небосвод, да. Весь огромный небосвод. Эти ноты вообще надо щипцами переворачивать и в перчатках. Чтоб вы знали. Томас, нежели ноты. Это старинно. Да, ты ж фантастичный, ничего не соображаю. Так. Ой, вообще, это вы такой подарок прислали. Ипполитов Иванов. У нас есть, это известный композитор был, Ипполитов Иванов. И в честь него в Москве есть Ипполитова Ивановна, музыкальное училище. «Воскукуй, моя кукушечка». Это его песня Ипполита. «Санта Лючи», вот, пожалуйста. «Суль маре лючика насто». Это уроки фортепиано. В общем, женщина отправила все, что было у моря весной. Так, простая песенка. Макроустов для голоса из фортепиано, репертуар вокальной эстрады. У нас снега пушистые, у нас пути завьюжены, а ты у моря синего, где солнце залил юг. И песня немудреная, любимая подруженька, совсем простую песенку я для тебя пою. Ну, песенка простая, здесь пой мне, песня не поляна сажали, музыка Куртиса. 44-й год, люди пели Куртиса. 941 год, Москва, издательство, репертуар «Коваль, да, люблю». Две русские песни. «Помнишь ли мой свет? Прощай, ласковые взоры». 46 года, Матвеев. «Дробится и плещет, и брызжет волна». «Никто меня словам не, никто моим словам не слышит», Альбер Лиман. «Нищий». «Чайка». Тут 40-й год, ребята, за год до войны. Дуэт Лизы и Полины. Боже, уж вечер, облака померкнули края, последний луч зари на башнях умирает, последняя в реке блестящая струя. Потухшим небом угасает, угасает. Ой, вы что, дуэт Лизы и Полины, пиковая дама. О, Мария пел, боже, музыка Капуа. Ой, это пел Лемешев на пластинках. Ах, ты окно откройся, дай видеться мне с нею, пред ней я робею, жажду ее любви. Я свой покой утратил, и глаз я не смыкаю, только не мечтаю, и жду свидания с ней. О, Мари, о, Мари, ты навек унесла мой покой. Дай хоть на миг мне забыться в объятиях с тобой, о, Мари. Ипполита Иванова, две песни, зимой это. Це, вот видите, какие ноты были. Боже мой, это старые ноты, мама дорогая. Ой, це вообще, це надо хранить в музее 886 года. Ой, це музей надо.
Смотрите, 886 год. Люблю я летом с удочкой. Это песня про Колю. Он, Коля сидит летом с удочкой. Люблю я летом с удочкой над речкой сидеть, бутылочку очищенной запас с собой иметь. Порой пилоточку мы тащим, мы вытащим, а платичку вытащим. Поправишь на крючок. Ну, короче, про Колю. Это целый архив домашних нот женщина отправила. Это очень дорогого стоит. Блантер, боже. У границы. Две песни Шевченко. Приходят дни. Проходят дни, пролетают года. Зашёгшие цветы Шуберта. Я не знаю романса. Старинная французская песня, слова Бориса Тимофеева. Птички. Птички, 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 невелички. Так, цыганская песня из оперы «Кармен». Ноты 38-го года. Ла, тра-ла-ла-ла, тра-ла-ла-ла. Не знаю, я думаю, что это. Цыганские... Цыганок закипела кровь, лишь только... О, ветерок так нежно веет, свадьба Фьера. И дуэт Вагнера, боже. Слушайте, Гриски Вагнера, мелодия из Оберона. Хор Неринд. Неринды. Хор Неринд. Боже, Наташа, спасибо вам. Это вообще... Надежда, то есть. Надюха, спасибо вам большое. Это такие вообще сокровища выслали. Спасибо вам огромное за книги, за открытки, за ноты, за конфеты. Спасибо большое. Я думаю, что у меня это сохранится в целости и сохранности. Спасибо вам большое. Я очень счастлив. Если не сказать больше, правда. Мне очень нравится такое, в старине такое покопаться, прикоснуться к тому, Коля сверху снимаю, именно подбородок видно таким образом, да. Вот, покопаться в старине, потому что, знаете, то, что современное, оно современное. Это ты можешь в открытом доступе пойти взять. А вот такое найти и прикоснуться к тому, к чему прикасались руки уже умерших людей целой эпохи и ни одного поколения, это вот для меня очень трепетное отношение, что вот эта бумажка, понимаете, пережила многих, 41-й год. Сколько миллионов людей лежат в земле, а эта бумажка вот у меня в руках. Вот, казалось бы, человек и бумажка. Без бумажки ты букашка. Спасибо вам, Надежда, большой низкий вам поклон. Счастья вам, здоровья, всех благ. Любите, будьте любимы. И всем зрителям я желаю счастья и здоровья. Всем пока. С Пасом вас прошедшим.